Иркутянка Ксения Бондарева помогает людям, которым нельзя помочь. Большая часть их неизлечимо больна, но каждому необходима поддержка. И Ксения с единомышленниками изо всех сил пытаются облегчить их существование, позволить им до последних мгновений ощущать себя людьми, достойными уважительного к себе отношения. Вы знаете, я горжусь нашими сибиряками, особенно те, кто выходит сегодня на эту сцену. Ксения, я рада приветствовать. И скажи, пожалуйста, почему именно такое очень тяжелое моральное направление ты выбрала для себя? Почему помощь именно этим людям? Потому что мы сами своей семьей столкнулись с бедой, и с тех пор вопросы паллиативной помощи не дают мне покоя. На самом деле, я желаю тебе, чтобы больше ты никогда не сталкивалась с таким. И, естественно, я желаю тебе сил в твоем нелегком труде. И хочу задать еще один такой вопрос. Что бы ты сейчас попросила у Деда Мороза? Вот прямо сейчас, если бы ты его встретила в эту минуту. Я бы хотела, чтобы Дед Мороз дал всем-всем здоровье. Вот не болейте, и пусть у всех все будет хорошо. Спасибо тебе. Ксения Бондарева получает нашу премию «Сибиряк года».